Значит, общее замечание. Каждый, кто пишет, должен приучаться к труду умственному писать правильно. Вот сразу вижу, что пишут без полей. А почему? Значит, видимо, предполагают, что то, что написано, оно уже как бы на границе. Поэтому какие поля? Поля ведь для чего нужны? На полях делают заметки. На полях делают заметки не тот, кто обязательно, как я, читает, а вот вы написали, дали полежать этому, и после этого вы, так сказать, указываете на полях, что вставить, добавить, отмечаете, смотрите и так далее. Вообще, надо сказать, научиться писать так, чтобы это было нетривиально, очень сложно. Вот. Люди испытывают самую большую трудность. Ну, до диплома, когда доходит, это все как бы не затрагивается. А вот когда человек пишет диссертацию кандидатскую, вот он написал все, 200 страниц. Я говорю, а что нового написали? Что нового вы написали? Если нет ничего нового, хоть у вас 400 страниц. Это, ну, сколько есть писателей, они пишут, но они же не доктора наук. И писатели, которые пишут такие маленькие книжечки, они не кандидаты же наук. То есть очень трудно выяснить, а что я, собственно говоря, вот сделал такого. Вот что я внес? Что вынес, это другой вопрос, а что внес? Поэтому при оформлении вот своих работ, даже если они вот очень маленькие, вы должны думать, опять-таки, не столько обо мне, или как о получателе того, что вы написали, дескать, дам ему, пусть он читает, а прежде всего о себе. То есть вы должны, чтобы на это вот смотреть и обдумывать, не получится ли чего-нибудь более, так сказать, глубокого, более умного и так далее. Почему? Потому что то, что вы написали, это что? Это бытие. Правильно? Вот он, видите, это бытие все. А сущность это что? Сущность это снятое бытие, отрицание содержанием. То есть вы потом как бы делаете этот труд, предполагая, что вы к нему вернетесь. То если вы не предполагаете, то вы не предполагаете движение к сущности. А это нехорошо, правда? Вы же хотите проникнуть в сущность явлений. Поэтому вы должны делать так, что вы еще предполагаете, что вы к этому вернетесь, начнете читать и думать, что тут надо, скажем, хорошее можно сделать отличным, тупое сделать острым, так? Ну и прочее. То есть тут совершенствование может быть достаточно бесконечно. Я вот вам уже говорил, что мне пришлось научиться так в довольно жестких условиях. Я был, ну, так сказать, одним из авторов в журнале «Молодая гвардия», в отделе критики. И мне нужно было писать на одну страницу, вот как вы, вот на одну страницу, не больше. Рецензии. Вот дают такую книгу, такой толщины. Говорят, напишите рецензию на одну страницу. Ну, вот я выработал такой метод. Я искал во всей книге то, что является не просто хорошим, правильным, и сразу отказался от задачи излагать, что там написал автор. Излагал. Это и он излагал, а вот... Я, как автор, должен сказать, что в этой книге есть интересного, хорошего, яркого такого. Искал яркого, блестящего, интересного, глубокого. Но это вот не так много. Даже в самых хороших книгах не так много. И об этом, вот когда ты их выделишь, потом надо подумать, а как, какой сюжет, как об этом сказать, что изложить, чтобы это вот прошло по этим мыслям, эти мысли представило. Представила на суд читателя. Но если это удается на одну страницу, то выходит журнал тиражом 1 200 000 экземпляров. И как бы твоих 1 200 000 страниц. Если ты на одну страничку не уложился, это я по поводу одной странички, так не думайте, что, о, вы даже подумали, страничка. Дескать, я могу вот написать. А если не уложился, ну так одна страничка, один экземпляр. То есть полторы странички, две, три. Сколько хочешь пиши, но никто печатать не будет. То есть там, если я вот просто приношу, у меня там страницы две строчки, сразу это выбрасывается, и это никто не рассматривает. Поэтому надо к своим таким произведениям относиться не просто с уважением, а как к такому предмету, который вы вот если делаете, то вы думаете, а как это еще можно улучшить. Потому что если вы это все время делаете, это входит потом в привычку уже, к требовательность. Вот скажем, почему у Чайковского нет плохой музыки. Потому что он плохой не пишет. А почему он не пишет? Ну, он уже какой-то уровень-то задал себе, и все. Так и у вас. Как вот сделать так, чтобы у вас были только хорошие всякие вещи? Ну, задать такой уровень, что вы сами посмотрите, прежде чем вот кому-то дать. Сейчас вот у меня дадите, а я начну тут, как говорится, говорить, то так, то не так и так далее. А вы должны посмотреть,
не прицеплюсь ли я к чему, или к чему я могу прицепиться. И я имею в виду, что не я, а все, что пишется, пишется для общества. Правильно? Ну, как вот люди в обществе это воспримут, насколько это будет там глубоко интересно. Так, ну, это вот предисловие, давайте теперь займемся. Вот товарищ Хабаров или Кабаров? Хабаров. Вот мне, если даже бы голову отрубали, там не написано Хабаров, написано Кабаров. Готов с вами судиться на 10 тысяч рублей. И вы проиграете, потому что все эксперты скажут, что это не Хабаров, а Кабаров. Так, ну, поскольку вы тут присутствуете, вам повезло, мне повезло, мы сразу выяснили этот вопрос. Экономические интересы сторон трудового конфликта. Прежде всего, нужно различать понятие труд и производство. Я вообще думаю, что вот если написан такой вопрос, экономические интересы сторон трудового конфликта, с чего надо начать? С понятия экономических интересов сначала. Что это вообще такое? Потому что экономические интересы могут быть ваши, мои, его, сторон трудового конфликта. Это разные варианты могут быть, правильно? То есть начать надо с того, что является более общим. Здесь начало другое. Прежде всего, нужно различать понятие труд и производство. Это для тех, кто не различает, сразу предупреждает, что говорит, давайте хоть различайте труд и производство. Это хорошо, это правильно. Труд – целесообразная деятельность по созданию материальных благ, обмена веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Совершенно правильно сформулировано. Производство – есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы производства. Ну и получилась глупость. Вы читали то, что вы написали? Ну, смотрите, производство – есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы производства. Судиться будем? У вас написано «производство». Значит, второе требование. Значит, вот мне приходится много набирать на компьютере, поскольку я постоянно что-нибудь пишу и печатаю. Я еще ни разу не видел, чтобы вот после того, как я набрал, начал читать, чтобы там не было ошибок. Потому что, поэтому то, что вы мне говорите, это неубедительно и неуважительно. В том смысле, что это я не принимаю во внимание. Вы написали, так прочитайте. Потому что то, что вы написали, если вы еще не прочитали, это кишки. То, что у вас есть кишки, и у меня тоже, это, я думаю, никто не оспаривает. Но это совершенно не обязательно их выворачивать. Так? То есть человек, который не прочитал и не убрал то, сказать, какие-то свои дефекты, очевидно, это очевидный дефект. Потому что если это не описка, то это получается, как называется, логический круг. Производство определяется через производство. Я так понял, что вы не настаиваете на этом, а говорите общество. Ну так надо исправить, взять ручку и написать вместо производства общество. Я почему и говорю, сказать, о форме. Форма содержательна, учит диалектика. Если у вас так все это аккуратно сделано, и у вас, вот скажем, вас ослепляет этот вот текст, на котором сюда нет без полей, он не позволяет, так сказать, такой ясности обдумывать. Как вот заставить свою голову ловить? Как отловить это вот все, что может проскочить? Говорят, это вкралась ошибка. Мало ли что могут быть, какие бывают вещи. Вот я видел в серьезной газете, критиковали Собчака. Долой, хотели написать «Долой диктатуру Собчака». Написали «Долой дискатуру Собчакей». Ну, только смешно получилось, и все. Или там два кандидата наук написали методичку по мартовскому пленуму. Ну, поскольку они там, значит, вместо кавычек какую-то четверку написали, и у них получилось в итоге в тексте, они не считывали, размножили, раздали. Я это вот в Доме политпросвещения читал, и от нечего делать проверял ошибки. Насчитал 27 ошибок на одной странице, 24 на второй, 25 на третьей. Директор Дома политпросвещения смотрела, как я это делаю, напротив сидела, я краснела. Потом у меня как тигрица, хватит это дело, вот вам новый, чистый. Пошла выступать, и я вот этому покажу, те, кто это написали. А там было написано «Мартовский бленум ЦК КПСС». И прочее всякая чепуха. Кто это должен ловить? Ну, автор сначала, правда? Если уж он не поймал, то да. Тогда он говорит спасибо тем, кто поймал. Пока оно еще не пошло в печать. А уж когда пошло в печать, знаете, такие грустные зеленые бумажки в книжках.
вместо написано корова, читать корова. Ну и сказать, ну и вид вот этот, как будто что-то хорошее, и вот она какая-то грязь на ней, на этой книге. Так, значит, это понятно. То есть производство, в отличие от труда, делает акцент. Производство, чтобы делало акцент, это удивительно. А что, производство это тетя? Или оно? Еще оно и делает акцент. Видели таких субъектов, которые были бы оно? Сейчас всякие есть субъекты, но оно еще никто не придумал. Так. На том, какие именно отношения обеспечивают нормальное функционирование. Почему это нормальное функционирование труда? Почему это нормальное? Это уже вопрос о том, какое нормальное, ненормальное функционирование труда. Это другой вопрос. Это не вопрос о понятии производства. Это вопрос, когда мы его рассматриваем, вот это производство обеспечивает, это производство не обеспечивает, но и это производство. Бывает плохое производство, бывает хорошее производство. Но производство же. Процесс. Любое изменение во времени. А если слово «любое» убрать? Зачем вам слово «любое»? Лишние слова. Лишние слова нужны. Наговорят на ютубе, выкинуть, и будет хорошо. Аркадий Райкин выступал, говорил, кто такой художник? Художник – это прежде всего человек, который берет нужную пьяску и кладет ее в нужное место. Все. Не надо лепить то, что не нужно. Так, вопрос об экономических интересах. Вот он, вопрос встал все-таки. Вопрос о том, что субъектам производства выгодно или невыгодно в силу их положения. Правильно. Какого положения? Какого положения? Один генерал, другой царь. Какого положения? Что вы имеете в виду? Недосказанность какая-то. Какого положения? Вот какое положение? Сидячие. И что вам выгодно как сидячему? Сидеть на мягком. Или сидеть на твердом? Что имеется в виду? Это вот это имеется в виду, как вы сидите лежа, в наклонку. Как? Работы есть, знаете, такие в наклонку. Надо вот полоть. Наклоняйся и. Это имеется в виду. А вы что-то не сказали. Вы же хотите определить, чтобы человек не путался. Ну, так определяйте. Так какое положение? Ну, по должности. Должность или занятость. Должность? Ну. Или занятость. Ну, вот это у вас, видите, сырой, так сказать, не продуманный у вас момент. Положение в производстве. Да, в производстве. Положение в производстве. Каждый, вот вы какое положение в производстве занимаете? Вы в производстве положение занимаете в материальном? Материальном? А в каком же еще? В духовном? Материальных благ я не произвожу. Я не спрашиваю, производите вы материальное благо? Я и сам знаю, что вы не производите. Вы какое положение занимаете? Мы же о положении говорим. Вы же не скажете, что я к вам не по тому вопросу обращаюсь. Вы написали по положению в производстве. Я спрашиваю, вы какое положение? Все люди какое-то положение в производстве занимают. Но вы, значит, тоже человек? Я к вам как к человеку обращаюсь, а вы удивляетесь. Какое положение у вас в производстве? Ну и все, потребитель материальных благ. Все правильно написано. Значит, если всякую дрянь начинают продавать, вам? Невыгодно. Невыгодно. Вот и все. Вы видите, сейчас фальсифицированные продукты. Молоко заменяется этим пальмовым маслом, молочный жир. Так. Значит, на фабрике, которая делает колбасу, туда везут такие большие мороженые кубы, шкурки. И из них делают любую колбасу при соответствующей раскраске и с соответствующими добавлениями химикатов и так далее. Так, читайте теперь то, что читайте. То, что не все и пишут, но читайте хотя бы то, что пишут, и вы увидите, что как мало продуктов, которые можно есть. Да, хорошо. Так, а именно, что ухудшает или улучшает их положение, в какой степени, какие действия и бездействия. Да, это правильно. Только все-таки насчет бездействия, это вы тут придумали. А что как бездействие у вас? Бездействие ваше положение не ухудшает и не улучшает. Так. То есть, если я тону и бездействую, положение мое это ухудшает. А? Если я в холодной воде и бездействую, то это мое положение ухудшает. Ну хорошо, будем считать творческим развитием. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что трудовой конфликт. Вот, сейчас вывод уже идет. Трудовой конфликт. Нет, как уже вывод идет. Сторон на базе экономических интересов есть борьба работодателя и работника за более выгодное положение.
более выгодное положение, да. Для работника наиболее выгодное положение – меньше работать и больше получать денег. Да, ну это один интерес. А есть у него интерес вообще не быть наемным работником? Да. А что вы про него не... Он важен, это важный интерес, коренной? Пожалуй. Ну, а вы коренные не берете, а берете второстепенные. Это правильно? Ну, в данном случае, да. То есть, в данном случае, да. Хорошо. Чтобы мне было какое замечание сделать. Понял. Для работодателя больше получать рабочей силы? Как это больше получать рабочей силы? Я не понимаю. Больше рабочников, что ли, набирать? Наоборот, старается он меньше набирать работников. Вот мне непонятно то, что вы написали. И меньше платить. Ну, понятно, меньше платить, это ясно. А в идеале эксплуатировать, то есть присваивать чужой неоплаченный труд. А почему это в идеале, когда он эксплуатирует каждодневно, без всякого идеала и в реальности? Присвоение чужого неоплаченного труда – это разве не то, на чем зиждется современное капиталистическое производство? Это в каком идеале? Ну, какая-то часть труда оплачивается. Ну. Но эксплуатация означает присвоение чужого неоплаченного труда. То есть, если часть оплачивается, какая эта часть не оплачивается, значит, если бы, скажем, вы сейчас мне вместо того, чтобы сдавать вот это, сдавали бы деньги, то я был бы эксплуататор. Но если бы я, конечно, их потом сразу не сдал в этот какой-нибудь благотворительный фонд, а пошел бы сейчас в ресторан и пригласил только того, кто первый сдал. Мы бы с ним были эксплуататоры, а все бы остальные эксплуатируемы. Поскольку две данные выгоды являются несовместимыми. Почему это несовместимыми? А очень даже совместимыми. Они именно, вот я, так сказать, они в одном противоречии все. Противоречие – это нечто единое, да? Они противоречивы. Это взаимоисключающие они. Да. Взаимоисключающие не значит, что они несовместимы. Они вот в этой борьбе друг друга исключают. Либо одна берет верх, либо другая берет верх. Но единство не надо разрывать, иначе это неправильное изображение противоречия. Философская уже ошибка. Для разрешения и недопущения конфликтных сторон необходимо стремиться к взаимовыгодным условиям труда. Вы же объяснили, тут есть противоположность. Как могут быть взаимовыгодные условия труда? Как может быть взаимовыгодные? Как-то вот это вывод у вас какой-то... Во-первых, этот вывод вас... Это не обязывал ваш вопрос к этому выводу. Иногда надо избежать некоторых выводов, чтобы к вам не прицеплялись. Я вот это знаю, а вот что-нибудь скажу, чего не знаю, по химии. Тут меня скажут, этот человек не знает химии, а считается профессором. Скажут, так я не химик, а что тогда вы высказывались? Так, ну, понятно, да? Значит, вот, ну, в целом неплохо, конечно, но моя задача, так сказать, вам показать, что то, что кажется вот неплохо, на первый взгляд, может содержать много-много разных всяких недостатков, которые кто должен научиться устранять? Кто? Автор. Правильно? То есть, а что такое совесть? Кто скажет? Что, все бессовестные, что ли? Нет, все совестливые, но не знают, что такое совесть. Что-то, может, это что-то плохое. Совесть, какая-то гадость, а вы совестливые. Что такое совесть? Можно я скажу? Совесть, Гегель говорил, внутренний нравственный закон. А как он становится внутренним? Ну, то, что в человека войдет, в чем он, то, что он воспримет, то, что... Вот самоконтроль. В чем у нас вот сейчас с вами занятие состоит? Сейчас я как бы не совесть ваша, а извне вас мучаю, да? А совесть, она вот сидит внутри, и она начинает мучить. Зачем ты такую, товарищ, написал? Зачем ты это написал? Надо было лучше написать, ты написал хуже. Но не давайте этой совести, она так может замучить, что вообще ничего не напишешь. Сначала правильно, надо так написать, что написал. А потом уже давать себя мучить. А если будешь одновременно мучить себя, то ничего вообще не сделаешь. Поэтому пока пишите, пока пишется, пишите. А потом смотрите и поправляете, правите. И так далее. Вот это вот нормальная работа. Кто-нибудь был там в лицее в Пушкине, там видно, как Пушкин писал капитанскую дочку, и как эти свои легкие стихи писал. Все-все вот испещрены правкой, да? Все. А кажется, что они прямо вот так вот вылетают просто из головы. Легко-легко. Так, труд. Кузнецова Анатолия. Здравствуйте, Анастасия. А? Анастасия.
Кудрявцева? Да. Или Гудневцева? Кудрявцева. Ну, я спорить с вами буду долго. Вот Ретта тут нету. Вот покажите, у меня два светлые. Посмотрите, посмотрите, я пишет. Ну, хвостик недостаточно. Да хвостик это есть, ну хвостик есть. Так, Ретта нету. А где кружочек? У Ретта должен быть кружочек? Нет? Или хотя бы такая, как в школе писали, так, так и так. Анастасия. Анастасия, в общем, можно понять, хотя первое «Н» похоже на «И», чистое «И». У меня был такой соавтор, заслуженный деятель науки, товарищ Ельмеев. Он, его никто не мог прочесть. Казалось, что он, почему так у него книга? Потому что он все книги писал вот так. Но я прочитывал. Но тогда надо читать прямо целыми этими словами, по буквам не разобрать. Но у вас уже какой-то такой потенциал есть, чтобы... Уже не разобрали по буквам. По крайней мере, вам скрываться от ищеек царского правительства уже можно. Не найдут потом, кто это писал. Так, в широком смысле, любая общественно-научная деятельность – труд. Общественно-полезная. А? Общественно-полезная деятельность. Да. Да, ну хорошо, полезная. Можно и так трактовать то, что вы тут накорябали. Труд – целесообразная деятельность человека по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещество природы и использует его для удовлетворения своих потребностей. Но ничего не против вас не скажешь. Все четко знает. Вот и второй человек знает, что такое труд. Пусть никто не скажет, что у нас студенты не знают, что такое труд. Вы знаете, что такое труд? Знаю, говорит, это целесообразно. Все в порядке. Отчитали. Человек – это мыслящее, общественное, трудящееся, говорящее животное. С чего надо начать? Этот порядок вам кажется безразличным? Как? Нет. Нет. Но я написала как раз тот порядок, который кажется мне логичным. Смыслящее. Так сначала вот подумал и стал общественным животным. Да? Или стал общественным животным? Нет, сначала, получается, общественный. Сначала он был общественным животным. Как? Нет, сначала он был трудящийся. Потом... Прежде чем он стал общественным животным, он трудился в одиночестве на необитаемом острове, да? Да? А. Вот. От кого люди произошли? Вы от кого произошли? Ну, я знаю, что от родителей. А так, если дальше углубиться? Если в глобальном смысле, ну, смотря какой теории придерживаться, скорее всего. Нет, сейчас разные трактовки есть. Вот, может, вы от рыб или от кого? Ну, от обезьян, скорее всего. От обезьян, скорее всего. Ну, обезьяны – общественные животные, обезьяны? Нет. Как нет? Они стадами живут. Вы что говорите? А, ну, общественные для меня что-то более уже. Муравьи – общественные животные? Общественные. Пчелы. Ну вот, вот. Во-первых, в обществе это происходит. Общественные животные. А во-вторых, трудящиеся. Трудящиеся. Так, вот когда он трудится, так нужно в ходе труда, приходится обмениваться, то знаки подавать, так? Отсюда появляется речь. Говорящая. А в итоге, только когда есть речь, мысль можно выразить. Если у вас нету речи, нет языка, то мысль... проявляется, отлагается прежде всего в языке, говорит Гегель. Если у вас нет языка, как вы? Сейчас вы мне будете... покажите мне, не надо говорить. Вы тогда, если без языка, так вы не поможете мне, что я должен сделать? Вот. А я раз и еще. То есть язык жестов. Язык жестов тоже начало языка. Так, то есть тут тоже надо думать, в каком порядке что поставить. Слова. Это важно. То есть получается общественное, трудящееся, говорящее, мыслящее. Голова. Чувствуете, как он человек сразу усваивает, да. Процесс изменения. Во времени. Совершенное во времени. Что-то совершаемое во времени. Ну, что-то такое, да. Что выгодно субъектам положения в сфере средств производства? Субъектам положения в сфере средств производства. Что это такое за абракадабра? Субъекты положения... Это что, пьяный в рабочий валяется между станками, что ли? Субъект положения в сфере средств производства. Сфера средств производства – это что? Станки, машины, коровы, свиньи, утки, гуси. Они тоже средства производства. Субъектом сферы производственных отношений. Да у вас средств производства написано. Я что понимаю, у меня? Я пытаюсь сейчас исправить. Исправить вы можете без меня. Я констатирую, что вы написали. Вы специально написали, чтобы народ поспешить? Да. Понял. Так, действия, которые изменяют, ухудшают, улучшают положение, а не то, что думаем
по этому поводу. Но это правильно. То есть у вас такая объективно-социальная точка зрения. И это хорошо. Значит, сделанные замечания не снижают общей высокой положительной оценки проделанной работы. Все старались, да? Правильно? Поэтому это вовсе не значит, что если человек делает... Вот если даже замечаний нечего сделать, то это вообще нечего читать. Особенно, скажем, такие произведения очень яркие, очень много у них бывает противников. Они не просто замечания делают, как я, а накидываются на них, просто хотят растерзать и автора, и произведения. Правильно? Если вы не нажили врагов, значит, у вас нет вообще никакой позиции в жизни. То есть вы ни за что не боретесь, ни ничего против плохого не выступали, ни за что хорошее не боролись. Поэтому у вас и врагов нет. У меня есть. Но вы мне не враги. И я вам не враг. Правильно? Так, Гусев, Глеб. Вот он писал сверху, и снизу подпись, все нормально. И поля у него есть. Чувствуете? Это уровень. В наши дни социально-трудовой конфликт является неотъемлемой частью любого производственного процесса. Конфликт – часть процесса. Часть. Нехорошо. Почему нехорошо? Потому что это вот, как бы, если какого-то, что-то резать, какой-то процесс, на куски, да, какие-то кусок, такой-то конфликт. Их можно вырвать, как будто это часть целая. Вам слово «часть» нравится, а слово «момент» вам не подойдет? Моментом. Момент – это исчезающее, неотделимое. Беспроизводственный процесс без конфликтов не бывает. Вот не нравится слово «момент»? Если что, я не Глеб. А? Если что, я не Глеб. Да, и это не Глеб. А где Глеб? Он у нас что, отделимая часть нашей группы или неотделимая? Отделимая. Ну вот он частью, это нехорошо. Вообще, это надо очень грубое понятие. Вот когда мы говорим целое это состоит из частей. Когда мы говорим часть, то часть какое-то целое подразумевает. То есть, это такие вот категории, которые друг друга предполагают. Но считать, что конфликт – это части производственного процесса, часть производства, элемент, часть, кусок – нехорошо. А вот момент – да. Моменты – это что такое? Это неразделимые. То, что переходит одно в другое, правильно? Вот это моменты. То есть конфликты, конечно, являются. Конечно, как рабочие, так и работодатели зачастую не хотят доводить ситуацию до конфликта. Тут хитро сказано. Зачастую не хотят, а изредка хотят. Существует ряд причин данного явления. Я лично подробнее остановлюсь на заработной плате. Хорошо. Итак, заработная плата – это вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Это Глеб списал из чего? Из Трудового кодекса. А это не научная совершенно формулировка. Ну, какая заработная плата – вознаграждение за труд? Вот только что мы разбирали с вами вопрос об эксплуатации. Да? Вы нанялись ко мне работать. Значит, за 2 часа вашей работы, а работаете у меня 8 часов, вы вырабатываете размер своей зарплаты. Я вам уплатил вознаграждение, как я говорю. Я говорю, или те люди, которые вот они тоже сидят в Думе и голосуют, что я им скажу. За это и голосуют. Они пишут, это вознаграждение за труд. Я вас вознаградил. Вот вам было. А кто кого вознаградил? Я вас. Сколько вы мне часов награду дали? 6 часов. Вот, смотрите, он себе взял 2 часа. Как скромный человек. Люблю таких людей, особенно когда на меня работают. И 6 часов подарил мне, вознаградил. Вот. А я теперь, я имею в виду, что у меня вот эти думцы сидят, мы вместе составили этот закон, который Глеб прочитал и сразу усвоил, и сразу напечатал, красиво и с полями. Вот, к нему не придерешься. Вот, получается так. Так, я награду вам дал, а вы еще что требуете? Награду ему дал. Работаем. Вообще награду не надо было давать. Я ему дал раз, я работодатель. А работу кто дает? Он или я? Кто работу кому дает? Да вы даете работу. Ну вы сейчас сядете на маршрутку. Кто будет вам давать работу? Вы или тот, кто труд свой вам отдает непосредственно в живой форме? Он еще ни во что не воплощается, правда? Просто услуга транспортная. Вас перевезут из точки А в точку Б. Поэтому он работодатель, а вы работовзятель. Но это появилось недавно сравнительно. Скажем, в 2002 году появился вот новый кодекс, когда появились работодатели. А до этого была администрация предприятия.
А кто такая администрация предприятия? Наемные работники у хозяина средств производства. Если я хозяин, а вы будете у меня администратором. Душить его будете, короче говоря. Потому что он большой. Вот. Но вам в подмогу мы раз, два, три, четыре, пять, шесть. И всем вам будет по 50 тысяч, а он будет 15 получать. А почему 15? Потому что иначе никак. Вот видите, какие симпатичные люди. Им же надо кушать. А вы что, все съедите, что ли? Лопните так. Поэтому насчет вознаграждений у нас об этом был разговор. То есть надо относиться критически ко всему. Законы хорошие переделываются, а бывают законы плохие. Бывают формулировки хорошие, бывают плохие. Те, кто пишет законы, иногда ошибаются. Их надо переписывать, эти законы. Иногда ошибаются не случайно. Я бы, если был бы работодателем вашим, я бы написал, что я вас вознаграждаю. Чтобы вы чувствовали, что я ваш благодетель. Если я ваш благодетель, какие могут быть конфликты? Ну, какие могут быть конфликты у нас? Я вас вознаграждаю, а вам нравится, что я вас вознаграждаю. Я уже этим предусматриваю, чтобы не было конфликтов. А вы говорите, нет, дайте нам зарплату, мне больше. Но когда человек ставит так, может, вопрос, когда если он продает свою рабочую силу, говорит, что же, я по дешевке вам буду продавать? Ну, правда, если он один ставит этот вопрос, это все равно он не добьется. Но конфликт появляется уже тогда. Иногда конфликт необходимый, неизбежен, неотъемлемый момент производственного процесса. Иначе, ну, умрете вы с голоду. Раньше помещик понимал, что если я был бы ваш помещик, я бы вам лучше кормил. Имеется в виду, что вы всех кормите. Вы же работаете. Я-то не работаю. Я на барышню могу вас взять на 2 дня, могу взять на 3. Могу взять на 6. Вы же, я вас купил. Могу продать. Никому не нужен. Хороший молодой человек. Никто не хочет. Вы подумайте. Дешево отдам. Но сейчас никто так не продает людей. Покупает только рабочую силу. И цена этой рабочей силы является зарплатой. Был у нас разговор? Был. И что я делаю сейчас? Повторяю. Зачем? Не знаю. Значит, пишу минус тут большой. У заработной платы, как у социально значимого феномена, это научно, существует определенная, вот она и потому что значима, и хорошо бы и знать, что это такое. Существуют определенные функции. Мотивационные, воспроизводственные, стимулирующие, статусные, регулирующие, производственные, долевая. Это называется такой туман словесный напустить, чтобы никто не видел, что он всего... Получается, 2 часа оплачивается его, а остальные идут мне без всякой оплаты. А присвоение чужого неоплаченного труда называется? Эксплуатация. Вот. Вот. Ну, это я же не могу так сказать, что я вас эксплуатирую. Я вам даю работу, я вас вознаграждаю, а вы все еще недовольны. Теперь надо понять, что значит каждая из вышеуказанных функций. Мотивационная функция основана на мотивации труда в процессе побуждения человека к определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов. Красиво сказано. А что значит? Если не пойдете ко мне работать, умрете с голоду. Вот и вся мотивация. Что тут непонятного? Для этого делается безработица. Нет такой капиталистической страны, где бы не было безработицы. Потому что если не будет безработицы, аж как сделать безработицу? Очень просто. Нам надо сделать рабочих мест, меньше, чем число рабочих. Для чего? Да для того, что если вы начнете вот тут со мной спорить, конфликтовать, я скажу так, вот эти 2 сидят, готовы сейчас же приступить к работе. Так что не надо возникать, тут сидите смирно и не чирикайте. Ну так я должен действовать. А иначе как это, если не будет безработных? Безработные вот так нужны. Ну мы, конечно, сделаем там центр занятости, всякие фирмы, которые помогают найти работу. Вот если вы найдете фирму, фирма будет вас, значит, будете за пол ее зарплаты, вы будете в отдельной фирме. Так вот, есть морское кадровое агентство в порту, там такие уже, как вы вот сидят, у вас полная зарплата, пока вы еще у меня работаете, а у них по половинке. А почему? Потому что вторую половинку вот начальница ваша получает, этой вашей фирмы, в которой вы записаны. И все опять, все мотивация. То есть это вот называется, все вроде слова красивые, не копнул вглубь. Второе. Воспроизводственная функция. Обеспечение семьи длительной трудоспособности. Значит, вот эта воспроизводственная функция, она совершенно не работает в буржуазном обществе. Почему? Потому что если бы вы были моим крестьянином, так если вы умрете, сейчас голодный год, не урожай, вы умерли. А я же что ж буду, я был такой барин, у которого было 300 крестьян, а осталось 2. Так со мной никто здороваться не будет теперь. Почему? Потому что богатство... Феодальное общество – это количество крепостных, правильно? Много крепостных – богатый. Мало крепостных – бедняк. Ну, имеется в виду бедняк из дворян.
Поэтому даже мертвых душ приписывали себе. Давайте всех, кто не ходил ко мне на занятия, тоже припишу к себе. И скажу, ко мне вот там много приходило на лекции. Не всегда столько приходило, сколько сегодня. Но мы не приписывали. Вот староста он не давал. Я бы приписал, но он нет, приходит, у него уже все отмечено. Только я хотел всем птички поставить. Плюс, плюс, плюс. Но уже не могу. Я не могу же зачеркивать. А как в обществе капиталистическом? Я нанял. Вы заболели, умерли. Ну, еще вот сидит. Я ее нанял. Она заболела, умерла. Я ее нанял. Поэтому сейчас вы что, не знаете, что не оформляет трудовой договор сплошь и рядом, особенно с молодежью. Так, человек, так сказать, где-то повредил ногу, ему руку отрезал, взяли вот так вот, вынесли за ворота с завода и положили. И все. Ногу или человека? Ногу человека. Нет, человека, у которого ногу отрезало. Положили его. И ногу положили рядом, и все. Заболел человек. Ну, заболел, это его дело. Не хватит из Ленинграда, из Узбекистана берем. Не хватит в Узбекистане, из Кыргызстана. Кыргызстана не хватит. С Украины, ну, 1,5 миллиона у нас работает. Тихо, спокойно. Пока там какие-то конфликты, у нас работает. Потому что и кушать хочется. Вот и вся мотивация. Куда угодно поедешь. Я разговаривал с живущими в Узбекистане. У меня есть дача в Разливе. И там вот мои там соседи, вот, они сдавали комнатку. Я спрашиваю, а что вы сюда приехали? У вас там же хорошо, тепло, там такие фрукты, цветы. Да, у нас, говорит, и квартира, и цветов много, и фруктов, но 2000 рублей. А у вас я 20 тысяч рублей получаю. И из них я, значит, половину отправляю туда, чтобы дети хоть как-то их, детей спасти. А иначе не спасти. И поэтому, если раньше из-за дружбы ездили в России, дружбы, узбеков с русскими, сейчас ездят, чтобы русские спасли, потому что если не Россия, по-моему, умирали бы. Нет работы. Еще большое государство тут еще находится работа, а там нет совсем. Все разрушилось. Производство и здесь, деградация производства во многом, и там тоже. Поэтому насчет воспроизводственной функции, не ахти какая функция воспроизводственной, у зарплаты. Зарплата дается для того, чтобы мне вас эксплуатировать. Это главная функция. А все остальное на этом фоне бледнеет. Это все остальное прикрывает. Никаких особенных забот о воспроизводстве нету. Какая забота о воспроизводстве? Вот мы считали с вами, сколько должно нормально получать, чтобы было 3 человека, детей. Ну, чтобы 5 человек было в семье. Чтобы воспроизводство населения в России было расширенным. Считали, считали. Сколько насчитали? 165 тысяч. Сколько в среднем в Ленинграде? 30. Во сколько раз меньше, чем надо для нормального воспроизводства? Ну, 5 с кусочком, да? 5 с лишним. Вот и воспроизводственные функции. То есть, Аркадий, не говори красиво, я бы сказал. Он, правда, Глеб? Ну, смысл тот же. Стимулирующая функция. Нужно побуждать работников трудовой активности. Максимальной отдачи. Да? Вот вы, даже если на лошади едете, если вы ее гнилой соломой будете кормить, она будет быстро вас вести? Или она может подохнуть, или упадет, а вам сломает шею. Поэтому сплошь и рядом вот, люди, которые нанимают работников, не реализуют это, вот, эту самую как максимальную отдачу. Нужно побуждать. Это мысль правильная, но как-то вот как-то надо сопоставить это с современной действительностью и показать, что здесь такого есть. Статусная функция. Соответствие статуса определяем размером зарплаты, трудовому статусу работника. Вот если я генеральный директор, то у меня, конечно, зарплата должна быть не такая, как у вас. А статус у меня высокий, а у вас низкий. Поэтому если я в Роснефти член совета, у меня 17 миллионов в месяц рублей. А у вас? Потому что для статуса надо у вас забрать, дать мне статусные функции. То есть мы куда-то ушли, вот при этом всем, от того, что такое зарплата. Что такое зарплата? Цена рабочей силы. И не надо на нее накручивать все остальное. Вот она, вот цена должна быть какой? Которая соответствует стоимости. А стоимость определяется затратами труда на воспроизводство работника и членов его семьи, и все.
Оттуда наворочено все, это все дым, который напускается, чтобы люди, которые получают маленькую зарплату, не конфликтовали. Потому что если вы будете со мной конфликтовать, мне придется часть вам денег отдать. А мне это не надо. Поэтому у меня тут есть идеологи, телевизионные работники, работники редакции, средств массовой информации. Вы у меня консультант. Зарплата у меня будет вам повышена. В соответствии со статусностью. Пункт 4. Регулирующая функция. Дифференциация оплаты труда по группам работников. Вам на рубль меньше, вам на рубль больше, вам на рубль меньше. Но начальство, конечно, сразу в 10 раз больше. Сколько получает начальство? Ну, примерно так, на заводах. 200 тысяч, если вы возьмете топ-менеджеров, 300 тысяч в банках. Начальство. Вот это дифференциация регулирующая. Как красиво. Не то, что вот одни за счет других живут, а называется регулирующая функция. Давайте я у вас телефон заберу и отрегулируем этот вопрос. Видели, какой хороший телефон? Это мой. Вот я отрегулировал. А у вас как-то был беспорядок, лежал. Даже стыдно даже вообще. Вот тут профессор без такого телефона, а студентка сидит в наглую, вот прямо здесь, вот перед, на столе держит такой телефон. Безобразие. Я отрегулировал. Прошу прощения за возможные нехорошие высказывания. Ну, картина примерно такая, так вот. Ну, как красиво все написано. Конечно. Ну, даже. Производственно-долевая функция определяет меру участия каждого работника в совокупных затратах на производство. Ну, какая у вас может быть мера? Никакой. Все, если бы не я, так все бы производство закрылось. А вы вообще, ваше дело, вот делаете то, что вам задали, и все. И получается, что вместо создателя, кто трудится, кто создает материальные блага? Кто? Материальные блага создает рабочий. Все остальные, в том числе профессора и студенты, находятся, у них тоже есть экономические интересы, находятся в сфере потребления. А потом, значит, часть представителей умственного труда выполняет функции по организации производства. Совершенно необходимо. Мы с вами говорили, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Поэтому даже самый плохой капиталист, кроме своей эксплуататорской функции, выполняет функцию управления, которая совершенно необходима для организации производственного процесса. И вообще, или эта функция выделяется в отдельную профессию, тогда это управленцы, они, конечно, должны, соответственно, и оплачиваться. Но это вовсе не значит забыть о том, а кто создатель материальных благ. Кто создатель, кто организует. Я вот организую ваш труд, значит, я должен больше раз, в 10 раз больше вас получать. Вот, например, в книге «Государство и революция» у Ленина говорится про чиновников так, что чиновники должны получать жалование. Зарплаты там нету. Жалование. Что здесь жалование? Ну, сколько пожалуют им те, на кого они работают? Чиновники должны работать на народ или народ должен работать на чиновников? Давайте решим. Ну, судя по тому, что мы сейчас наблюдаем, скорее народ на чиновников работает. Поэтому, ну уж а студентам давать какие-то деньги, это вообще как бы сейчас просто считается просто позорно. Поэтому дают там 1480, не знаю, что это такое, какое-то издевательство. Поэтому, а сколько? Ну вот такой критерий Ленин ставил, что специалист должен, чиновник должен получать зарплату не выше средней заработной платы рабочих. Зачем? Ну если я вот буду получать среднюю зарплату вашу, или меня вот поставить в положение, чтобы я получал такую же зарплату, как профессор, да? Ну такая, как у вас стипендия. Я бы гораздо более решительно выступал за повышение стипендии. Как вы считаете? Так я высказываюсь по этому поводу, но я бы мог бы более, так сказать, пламенно по этому поводу высказаться и в нужных местах. Правильно? То есть, если мы хотим, чтобы чиновники тянули этот босс всего, так сказать, хозяйства, так сказать, общества, так надо, чтобы они прямо зависели от того, что, так сказать, у непосредственных производителей. Если непосредственные производители, у них в два раза выросла зарплата у чиновников, пусть в два раза вырастет, в три, правильно? То есть, этот критерий очень хороший. Еще раньше, в самом начале, был партмаксимум. Раньше, в первые годы советской власти, был партмаксимум.
Вот я разговаривал, например, с главным инженером железной дороги, такой пожилой уже человек. Вот он был беспартийный, он получал 1000 рублей. Нет, извините, он получал 800 рублей. А начальник его, член партии, получал 1000 рублей. Но поскольку партмаксимум было 500 рублей, партия не должна отрываться от народа. То есть партмаксимум на уровне зарплаты среднего рабочего 500 рублей. Остальное в партийную кассу. Поэтому директор дороги получал 500 на руки, остальное в партийную кассу. А главный инженер беспартийный 800. И в партию не рвались, и карьеристы всякого рода, захребетники. И не разлагали ее, как ее разложили, как вы знаете, к 80-м годам. Так что это вот очень такие вопросы зарплаты, очень серьезные. А это вот, я бы сказал, такой браурный такой тон, все тут все хорошо, отлично, прекрасная маркиза, все хорошо. Так, после определения самого понятия и понимания его функции, нужно понять его классификацию. С этим не поспоришь. Итак, существуют следующие виды заработной платы. Номинальная заработная плата – количество денег в номинальном размере, которое получает работник в виде вознаграждения за труд. Ну, я сразу вычеркиваю виде вознаграждения за труд, чтобы все остальное сказать правильно. Ну, просто количество денег в номинальном размере, которое получает работник. Так, второе. Реальное – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату. Реальная заработная плата – это покупательная способность номинальной заработной платы. Это я могу смело поставить плюс. Первый плюс. Также у зарплаты существует ряд принципов. Обеспечение равной оплаты за равный труд. Так, у меня будет 1 000 000, а у вас, значит, у всех по 1480. Вот и как у нас в обществе осуществляется равная оплата за равный труд? Ну, это смешно. А больше всего кто получает, тот трудится или кто-то не трудится? Скажите, пожалуйста. Кто не трудится? Потому что у нас главный доход от чего? От труда или от собственности? Если у меня есть завод в собственности, я акционер завода. Да я с вами буду разговаривать даже не хочу. Сразу как представил, что я с ними буду разговаривать. Сколько у вас денег? Да ну, я не знаю даже. И здороваться не буду. Отвернусь, сразу уйду. А почему? А я ездить бы, я ходить не буду. Я даже на машине буду заезжать на 4-й этаж. Так. У заработной платы существует ряд принципов. Обеспечение равной оплаты за равный труд. Ну, это вот этот принцип никак у нас не реализовывается у зарплаты. А когда реализовывается, это не зарплата. Вот если вы берете социализм, то там, поскольку это низшая первая фаза коммунизма, как показывают расчеты, вот вчера повешено на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии расчет, который сделал кандидат экономических наук Колко. 52% доходов семей обеспечивались из общественных фондов в СССР. Что такое 52%? То есть 48% только через распределение по труду. А распределение по труду связано что, с продажей рабочей силы? Или никто ничего не продавал, а просто распределяли труд и, соответственно, платили? Кто больше работает, тому больше платили. А продажи-то не было, поэтому, строго говоря, зарплаты нет при социализме. А здесь нет равной оплаты за равный труд. Так что это никак ни там не получается, ни для капитализма неверно, ни для социализма это неверно. Дифференциация уровня оплаты труда. Повышение реальной зарплаты. Вот это повышение реальной зарплаты, этот принцип работает или не работает? Принцип. Принцип – это то, чем руководствуется, или то, чем не руководствуется. Вот я вам цитировал, упоминал, что в 130-й статье Трудового кодекса говорится, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Гарантирует оно или нет? Чего? Что? Оно гарантирует вам инфляцию. Что, вы не знаете? А инфляция гарантирует вам понижение вам реальной заработной платы или нет? Ну, так а что вы киваете? И так киваете, и так киваете. Вы какую-то в одну сторону киваете уже. Так. Так что никаким принципом это не является. Декларацией пустой. Значит, в 134-й статье. Как она называется? Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Написано? Написано. Руководствуется кто-нибудь этим? Нет. А дальше? А что раскрывается в этой статье? А что вот повышение реального содержания включает в себя индексацию?
Ну, включает, потому что пятерка включает в себя четверку, четверка, тройку, тройка, двойку, двойка, единицу и ноль включает. То есть ее, вместо того, чтобы сказать, а как обеспечивается это, каким образом, там пустота в этой статье. Один заголовок хороший, как бы голова есть, а дальше ничего нет в туловище. Это что это за принцип такой? Принцип – это тот, чего придерживаются. Если никто не придерживается, это значит для красного словца. Или для этого – это маскировка. То есть, если я вас что-то забираю, то я должен сказать, что я решил улучшить вашу жизнь. Так, тут мы с телефоном уже прошли. Что у вас есть такое? Деньги? Деньги? Жизнь хочу вашу улучшить. Я вас облегчу, и вы не будете думать о том, куда потратить. А у меня будет головная боль. Давайте сюда. То есть все же можно так представить. Это в конфликтах так и бывает. Мы же конфликтологи. Мы на слово ничего не берем. Мы начинаем докапываться до содержания, до сути дела. Так, опережающий рост производительности труда над темпами роста зарплаты. Все сделано для того, чтобы вы не узнали, какая у нас производительность труда, повышается она или понижается. Вы не замечаете, нет? Все делано. Не прочитаешь нигде. Ни в газете, ни о чем, никогда не говорят. Слова не говорят про производительность труда. Не заметили? Какая сейчас производительность труда в Ленинграде? На каком месте России по производительности труда в мире? Ну, никто не знает. Почему? Ну, потому что если была бы очень хорошая и повышалась бы, то бы люди в пиджаках вышли и сказали, пока я был, производительность труда выросла. О, куда она выросла? Да, закрывается одно предприятие за другим. Поэтому какой же это принцип, если он не реализуется? Я, говорю, человек принципиальный. Я руководствуюсь только этим. Поэтому делать буду прямо противоположно. Это что, принцип? Так. Осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда. Это непонятно. Пока вы качество не сведете к количеству, принцип, скажем, вам же нужно разделить продукт. Вы не будете его делить на количественные куски. На количественные. Поэтому от количества и качества это просто произвол. Что значит от количества и качества? То есть, если я скажу, это от качества, и любую могу установить зарплату. Потому что качество другое. У вас одна специальность, у нее другое. Скажите, а почему у меня маленькая? Потому что у вас не та специальность, что у нее. И все, я ответил. Материальная заинтересованность работников в результатах своего труда и деятельности предприятия. Что есть заинтересованность, что вот если деятельность предприятия, например, есть такое предприятие Еврохим. Невинномысский азот относится к Еврохиму. Его хозяин Мельниченко, значит, получил 24 миллиарда. Из них 1 миллиард пошел, ну, 9, не весь, 900 миллионов, пошло на зарплату. Остальные ему в карман. Это что это? Называется материальная заинтересованность работников результатов труда и деятельности предприятий? Заинтересованность. Человек, люди знают, что от чем разве так, что если чем богаче собственник, тем богаче работник. Есть такая зависимость? Нету такой зависимости. Например, у докеров, например, собственник, вот у тех докеров, которые сейчас делали итальянскую забастовку, Лисин, у него 17 миллиардов долларов. Ну а докеры получайте свои 60 тысяч, будьте здоровы. И что зависит их зарплата от размера, если они пробастуют и потребуют, то может и зависеть. Вот их требования могут зависеть от этого, а само по себе нет. Гарантии воспроизводства рабочие. Ну какие гарантии? По идее вообще, если там кто-то там сидел в государстве и думал о стипендиях, то вот это гарантия, что вы должны уже, вот я вот все думаю, что наконец пришли, думал, тоже все умерли, потому что на эту самую стипендию одну неделю можно прожить. И я все время жду, боюсь, что вот на эту неделю придут, а на ту уже все. Значит, кто-то вам помогает, манера родителей. Поэтому так мало. Нет, ну если кто сил найдет в себе, он доходит. Но я, например, у меня сил бы у меня не было вам лекции читать, если бы мне столько давали денег. Это ужас. Это гарантия воспроизводства рабочих. А вы как раз относитесь к процессу воспроизводства. Молодые, да. Дескать, а что они, Голикова говорит, не надо им стипендию давать, а молодые пусть идут и работают. Ну это что за глупость? Есть у нас дневное отделение, было вечернее, там люди работали. И одновременно учились 6 лет, как магистратура. Их закрыли, а теперь пришли к вам и говорят, вы молодые, вот вы молодые, что не работаете? Такая молодая, не работаю, идите работайте. Кто это говорит? Голикова говорит, министр, я-то не министр.
А вы говорите, гарантия воспроизводства. А как же, говорит, мы... А мы думали, что надо подготовиться, а потом идти работать на высоком уровне. Оказывается, нет, да не важно, как вы готовитесь, идите сейчас работайте. И вот я наблюдаю, это вот я вас вижу здесь. А я сегодня же буду читать в магистратуре, там 3 человека. 5. И они вечером, почему вечером? Да потому что они днем работают. Ну, уже он на 6-м курсе. Сколько можно его держать? Уже и родители тоже начинают смотреть. Он же сам понимает, что надо что-то делать. И вот они все работают. А раз работают, значит, они днем не могут, а вечером могут. И вот они говорят, вы вот закончите бакалавриат, а потом пойдете в магистратуру. Вы бакалавриат закончите, а потом выясняется, что, оказывается, в вузы вам идти нельзя. Потому что бакалавры не преподавать не могут. У нас сейчас вот инициатива в университете, работодатели будут у нас осуществлять прием дипломных работ, будут в приемной комиссии. И работодателями не могут быть представители вузов, потому что у нас бакалавриат. Значит, сделали бакалавр, говорит, а вы это не можете, в аспирантуру не можете. Как же это воспроизводство рабочей силы? А идите в магистратуру, а вы понимаете, что вам еще тогда 2 года учиться. Но хоть раньше 5 было лет, теперь 6. Ну, кто тянул 5 лет из родителей, потом говорит, а что же, а 6-то я уже не потяну. Ну, и человек уже понимает, довольно взрослые все. Это называется отрыв от жизни конфликтологов. Конфликтологи должны близко к жизни, они должны представлять, что у нас происходит в стране. Иначе они никому не нужны. Тогда они не фундамент, который, так сказать, вот этой страны, а орнамент такой. Давайте украсим. Если у вас есть цепи, давайте розами их украсим, эти цепи. Чтобы так-то ведь некрасиво уже в цепях ходить, а вот так, так вот, хорошо. На каждом предприятии устанавливается минимальный размер заработной платы работника, занятого простым трудом. А то, что у нас прожиточный минимум устанавливается правительством за прошлый квартал, а еще устанавливается минимальный размер оплаты труда, который никак не связан с прожиточным минимумом. Сколько у нас прожиточный минимум? То есть сколько нужно, чтобы прожил человек? Прожиточный минимум какой у нас в России? Сколько? Это очень просто делается. Набираешь там прожиточный минимум в России. 10,5 тысяч, по-моему, прожиточный минимум у нас. Ну, такого порядка, я думаю, 9. Это вы, наверное, может, в Петербурге посчитали, посмотрели, а вот так где-то около 9 тысяч, так, прожиточный? А минимальный размер оплаты труда? 5 тысяч. 5. Вывод какой? Если для того, чтобы прожить, нужно 9, будем считать, а у вас 5, что должно быть с вами? Совесть есть у тех, кто говорит, что это гарантирует вам воспроизводство. Чего это? Кладбище воспроизводства гарантирует. Кладбище воспроизводства, если прожить, чтобы прожить надо. 9, а дает 5. И говорят, а что народ умирает? Не, он не сразу же умирает. Он поел вот это то, что получил в виде этого мрота. Потом в аптеку идет. А в аптеку это же... А почему так много аптек? Это забота, что ли, о здоровье такая? Нет. Потому что на первом месте это наркотики по количеству денег, которые можно получить. На втором – лекарства. Не жалейте денег на лекарства, потому что жизнь бесценна. А раз бесценна, гоните деньги. Ну так ведь говорят. А у вас когда дети появятся, говорят, раньше в раза дешевле были детские товары. Вот у меня сын, у него такая же нога была уже тогда, как у меня. Так я в 2 раза больше платил за это. А сейчас... В 2 раза больше, чем для взрослых. Скоро коляски будут, как автомобили. Говорят, а дети это что? Детям пожалели. Ну, народ пошел. И деньги опять стригут, так сказать, состригают с трудящихся. И вот наш друг и товарищ Глеб, которого мы с большим вниманием, согласитесь, мы ему дали возможность тут выступить публично, можно сказать. Причем он сам лично тут не присутствует, но вы ему передадите. Он, что это делает? Это всю эту картину, так сказать. Ну, чтобы не расстраиваться. Чтобы не расстраиваться, да, то вдруг конфликты какие-то начнутся, начнут люди требовать зарплату еще, повысится, понизится ущерб для здоровья, будет нехорошо. И последний пункт, который надо обговорить. Говорить не обговорить. Эта система оплаты труда работников. Существует несколько систем, и каждая по-своему эффективна. Все эффективны. Главное не платить. Тогда система не помешает, правильно?
То есть или в такой форме, или в такой. Если будем обсуждать систему, это вот то, что надо. Это любой работодатель с удовольствием будет обсуждать. Как вы хотите издельно, тогда я рассчитаю эту вашу повременную, разделю на количество созданных деталей и буду вам повременно, издельно платить. Там они немножко отличаются. Стимул получается больше сделать деталей. А можно сделать наоборот. Повременную оплату, должность, ну, нормы установить. Вот будете за это вот количество часов делать столько деталей. А вы сделаете меньше зарплаты, раз, меньше зарплата. Поэтому это правильно, разная система. Бестарифная система. Заработок работника зависит от конечных результатов работы предприятия в целом. Это когда индивидуальный предприниматель кого-нибудь нанимает, говорит, или мы с вами обогатимся, или мы оба умрем. Потому что где это еще от предприятия в целом зависит работа? Где она зависит от предприятия в целом? Никого не... Да не узнаешь, какие в итоге предприятия в целом. Откуда вы узнаете? Я много раз присутствовал на переговорах. Скажите итоги-то, какие финансовые итоги работы? Ты говорит, военная тайна. На переговорах по коллективному договору. Военная тайна, говорит зам по режиму. А вы по закону обязаны? Обязан. Скажите, не скажу. А почему? А потому что, посмотрите, административный кодекс, там написано, за уклонение от выдачи информации во время переговоров. Сколько? 5000 штраф. Ноги сотрешь до колен, пока будешь получать этот штраф со своего работодателя. Так, издельная система. Также в рамках рассмотрения понятия заработная плата нужно учитывать такой феномен, как минимальный размер оплаты труда. Мы уже МРОТ, мы уже учили. Это официально устанавливаемый государством минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любой формы собственности, введено меньшей месячной ставки или почасовой оплаты. И это вот это все. Товарищ за чистую монету принимает, товарищ Глеб, уважаемый. А это же насмешка над работниками. Значит, в Трудовом кодексе есть статья, что минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже прожиточного минимума. А в конце Трудового кодекса есть статья, что вот ту статью, та статья, не вводится в действие, вводится в действие только специальным законом. Этого специального закона, вот Починок уже умер, а когда он еще был живой и уходил с поста министра труда и социального развития, сказал, 15 лет не будет такого закона. А уже и прошло эти 15 лет, и нету этого закона. Поэтому никакого обеспечения воспроизводства не дается, и поэтому этот самый минимум, это, можно сказать, издевательство над работником. Ну что такое за минимум такой, 5000 рублей? А вы получаете, что вы почти третью часть этого минимума получаете уже со своей стипендии. Чего вы тогда хотите? Люди вообще работают, получают 5000. Я как-то был в Москве на учебе и ходил там к зубному в это время. Поскольку у меня был, у нас переучивали по новой системе, а у меня была диссертация по применению математики в экономике, я иногда этому лектору задавал такие вопросы, после которых он как-то себя не очень чувствовал. Я долго это там не засиживался и ходил вот... В больнице имени Семашко. И там каждый раз видел, медсестра приходила пообедать. Такая, молодая, так, вот примерно в вашем возрасте. Вот она брала сюда капустку и кусочек хлеба. И все. И мне даже нехорошо было там. Я там ничего и не брал. Потому что думаю, а что я возьму что-нибудь поесть? Это же какой-то... Мне стыдно будет, что я столько ем, когда вот медсестра. У меня работа-то тяжелая. А вы знаете богатых медсестер? Так, это значит, кто привет передаст Глебу и изложит в мягкой форме то, что я здесь говорил, более жестко. Скажи, отличная работа, все замечательно, все хорошо. Здесь отдельно замечательно. Но он может это, вот если это повесим, то он может это услышать потом. Владимир Ильич, будет у нас видео? Хорошо. Пока идет. Пока все идет. Там вы смотрите, да? Ну вот. Экономический интерес. Общественная деятельность, общественное производство. Правильно. Так, фамилии нету, анонимка пока. А я уже взялся рассматривать. Нет, ратушной. Ратушной Вероники. Кто это? Вы. Ага. Никакая не анонимка пошла. Все в порядке. Так, общественная деятельность, общественное производство. Правильно. Не все это понимают. Очень мало кто этого понимает. Это очень важно. Производство. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством дела. Кстати, написано так, очень легко воспринимать мысль, правильно или неправильно. Легко написано и легко выхватывается мысль. Не в кашу такую сделано все это, подбор, а так вот они выделены. Процесс. Любое изменение во времени. Слово «любое» я вычеркиваю. Если изменение во времени, это и есть любое.
присвоение превращения чего-либо в процесс своей жизнедеятельности. Правильно. Способ производства. Производительные силы, главные из которых являются трудящиеся, взятые в единстве с производственными отношениями. Но производительные силы взяты в действие, наверное. Живой способ производства имеется в виду. В современности производственные отношения встали на место кровно-родственных отношений. Но это уж не прямо уж в современности, это было и при рабовладении. Это вы сейчас современником себя считаете Спартака. Да? Это все современность идет. Ну, что ж, это такая точка зрения имеет право на существование, что сделать. Так. А экономические конфликты являются наиболее распространенными. Экономический интерес – это такая характеристика положения людей в современной системе производственных отношений. А если не в современной системе, то это не экономический интерес, это в старой системе была. Не это лишнее. Для определения не нужно. Вот определения должны быть простыми, применимыми там во многих случаях. В современной системе, которая показывает, что им объективно выгодно, что улучшает или ухудшает их положение и в какой степени. Какие действия или изменения улучшают или ухудшают их положение и в какой степени. Все совершенно правильно. Экономические интересы могут быть долговременными и краткосрочными. Так, ну больше ни к чему не придрался. Извините, пожалуйста. Виноват. Пусть Глеб учится, как надо писать этот счет. Передайте ему. Есть люди, которые знают, как надо отвечать. Так. И кратко, и понятно. Так, Гущина Евгения. Вот, она тут сидит прямо передо мной. Коллективный договор. Забастовка. Это полный или... Что-то про коллективный договор начинается с забастовки. Это такое начало такое, конфликтное такое, чтобы там зазвучало. Это полное или частичное прекращение работы с целью достижения каких-либо требований. Реальный коллективно-трудовой спор ведется за соблюдение условий, прописанных в коллективно-трудовом договоре. А, ну вот видите, все понятно. Начало вполне понятно. Дескать, сразу, если вы не знаете, что такое забастовка, и забудьте про коллективный договор, не будет никакого у вас договора. Понял. Мысль хорошо идет. Нужно требовать не отдельные вещи, а что-то комплексное, условия в целом. Не что-то комплексное, а условия в целом у вас написано. Что-то комплексное вычеркиваю. Правильно? Mm-hmm. А то вы сразу такой масштаб задали. Надо комплексное требовать. Он говорит, а что-то комплексное? А что-то комплексное? Это вот пустая ваша бутылка и лист бумаги. Это будет комплекс. Ну, две штуки. Что-то комплексное. Так вас быстренько сведут с такой высокой позиции вниз. Коллективный договор – это документ, в котором описывается, какие будут условия жизни на конкретном предприятии. Это слабо. Это не про... это все правильно то, что вы написали? Правильно. Но это слабо, потому что это не просто документ, это локальный нормативный акт. Дальше? Угу. Ну, то я бы написал, который является локальным нормативным. А зачем вы их разорвали-то? Потому что вы закончили документ, я уже начал на вас нападать и говорить, а дальше читайте. А так вы каждому будете говорить, читателю. Для этого существует запятая и слово, которое является локально-нормативным актом. Не любой документ, а вот такой. А значит, законно. Законно действует на определенную группу граждан. Да. То есть это элемент права. Если вам удалось заключить коллективный договор, вы узаконили вот улучшение условий жизни для себя. Не удалось, в том числе с помощью забастовки. Забастовка тоже законный метод. Вот вы призываете законными методами законные, получать законные документы, которые законно улучшают вашу жизнь. Правильно? Очень хорошо. Ну а тут конфликт тут имеет место, конечно, забастовка, конфликт. Так, коллективный договор – документ, который принимается по согласию. Что-то вы так, это вот, по согласию. А это согласие достигается ожесточенной борьбой. Да? Вроде и по согласию, так, все понятно. Но не так, как вот выходит замуж, там, дескать, вот мы согласны. А тут бьют друг друга, говорят, ну ладно, будем жить мирно. И вот у нас вот запись того, как мы будем мирно жить, коллективный договор. Так ведь? Поэтому это правильный вроде по согласию, в конечном итоге по согласию. Ну, сначала забастовка, а в конечном итоге по согласию. Вот. Не будете хорошо писать, не поставлю вам зачет. И зачет вам будет по согласию. Чувствуете? Я то же самое употребил.
Работники в лице того, кому поручают, может быть профсоюз. Работодатель может быть в лице генерального директора. В коллективном договоре нужно работникам писать свои требования об условиях труда, о технике безопасности, о качестве оборудования, даже про качество спецодежды, о системе оплаты. В коллективном договоре не может содержаться ничего хуже для работников, чем в законе, а лучше может. Хороший коллективный договор, конституция предприятия, там может быть прописана масса аспектов жизни работников на предприятии. Замечательно все. Прекрасно. Очень хорошее впечатление производит произведение ваше. Вычаровалина. Вот. Понятие труд. Пусть потом не говорят, что студентам чуждо понятие даже труда. Наоборот, люди берут сами выбирают такие понятия для того, чтобы писать. Что такое труд? В рамках курса «Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования» мы попытались ответить на этот вопрос и обнаружили несколько схожих определений труда. Мы с вами двое, да? Вы и я, да? Все мы. А вы за всех отвечаете. Понятно. Коллективная ответственность. Понял. Во-первых, труд – это общественно полезная целенаправленная деятельность, результат которой – создание материального или духовного блага, или преобразование человека. Хорошо. Во-вторых, труд – это целесообразная деятельность по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспосабливает вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Многие мыслители сходились в том, что труд – одна из особенностей человека, отличающих его от животных. Энгельс же, например, определял человека как животное, общественное, трудящееся, говорящее, разумное. Видите, люди некоторые сразу так правильно расставляют. Так, здорово. Так, существует три вида труда. Материально-производительный труд с видимым непосредственным результатом, например, изготовление посуды. Услуга, труд направлен на человека, например, услуги парикмахера. Труд в сфере общественного сознания, например, труд ученого. Все правильно. В узком смысле труд – это деятельность, непосредственный результат которой – производство материальных благ. Непосредственный результат, а посредственный может какой угодно быть. В историческом материализме труд рассматривается как фундаментальный способ человеческой жизни, и в процессе труда человек, субъект труда, с помощью созданных им орудий труда, преобразует предмет труда, то, на что направлен труд, в необходимый ему продукт. Продукт труда обусловлен спецификой предмета, материала, уровнем развития орудий, целью труда и способом его осуществления. Маркс утверждал, что всякий труд, осуществляющийся в крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласование индивидуальных работ и выполняет функции, обеспечивающие движение всего производственного организма в целом. Замечательно, что написано. То есть управление – одно из необходимых условий труда в крупном масштабе. Таким образом, мы рассмотрели одно из ключевых понятий нашей дисциплины – социально-трудовые конфликты и технологии удовлетворения регулированного труда. Рассмотрели. Вот это мне не понравилось, то, что вы написали. Так все понравилось? Так вы в результате рассмотрели, что увидели-то? То есть вы не только рассмотрели, а мы показали, какую роль играет, или что собой представляет труд, и каковы его основные моменты, его определения-то. А то вот вы рассматривали, и что в результате рассмотрения? Вот и человек смотрит в темноту, говорит, что вы видите? Говорит, темноту. Что вы рассмотрели? Вот вы рассмотрели, а какой результат? То есть это вы преуменьшили свои заслуги. Не надо их преуменьшать. И так найдутся люди, которые все равно скажут вам, что-нибудь вместо хорошего, что-нибудь плохое скажут. А самим не надо этим заниматься. Так. Как сказал бы Горбачев, нас подсунули. Так. Гаевская Виктория. Вот она там, на галерке. Уведомление о забастовке. Вот она мне прислала уведомление о забастовке. Сейчас почитаем. Говорит, на зачет не придем. И краткое такое. И все. Забастовка. Я скажу, незаконно, но идите в суд. Забастовка есть временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора. Неправильно. От полного или частичного исполнения трудовых обязанностей. Вы забастовки гибко хотите? Вы собираетесь гибко применять? Или только прямо вот ничего не делаем и все? Вот будем полчаса ничего не делать, потом будем работать. Потом еще будем не делать полчаса. Мало ли какую вы придумаете забастовку, чтобы меня нервировать. А вы так, ну отказываетесь, ну и ладно. Так что это очень существенно.
скажем, в Иваново вот так вот бастовали, по вашему определению, и все разрушились предприятия. Потому что, ну хорошо, вы не работаете, мы не управляем, капиталисты. Ну и нету предприятия, и все пропало. А тут вот, а в порту, например, наши товарищи, они там час. А будете, не будете результат давать? Полтора сделаем, по очереди будем поставать. Производительность снизим, но пароходы ходят, и продукция идет, производство не замирает. Так что тут тоже надо думать. Право работника на забастовку признается статьей 37 Конституции. Признается или провозглашается? Дескать, с неохотой, что ли, признается государством? Это вы хотели подчеркнуть? Дескать, хорошо бы без нее, ну что делать, признается. Ну это правильно, да. А также 409 статьей Трудового кодекса РФ. Статья 410 Трудового кодекса устанавливает правила объявления забастовки. Вот, и дальше, значит, излагается правило движения требований, да? Решение считается принятым, когда? И все это расписано, все очень хорошо. По их подписи нет. Можно я подпишу здесь? Вот, поставлю свою подпись. Да, вам на память. Осталось только зачеркнуть вот это вот сверху и написать мою фамилию. Потому что сверху надпись, а подпись вы не поставили. Вообще это анонимка. Значит, один мой товарищ, даже не просто товарищ, а оппонент, официальный по докторской диссертации, профессор Сергеев, заведующий сектором металлургии Института экономики Академии наук СССР. Рассказывал мне, что однажды он получил из Генеральной прокуратуры письмо. Уважаемый товарищ Сергеев, на ваше письмо на имя генерального прокурора сообщаем следующее. И дальше про какое-то уголовное дело, к которому он не имел никакого отношения и знать не знал. Кто-то от его имени послал. Ну, люди не проверяют, взяли и послали. Вы подпись не поставили, подпись хоть поставили, можно еще так считать, что это кто-то. А я же могу также написать своей рукой, а подпись любой поставить. Допустим, я болел, вы написали, а подпись я поставил. Ну, в конце осталось только вычеркнуть вашу фамилию. Так, ну, в целом мы хорошо бы написали, все очень хорошо. Так, Зантман Екатерина, вот, конфликтология, третий курс, и красным написано, экономический интерес как предмет социально-трудового конфликта, чтобы я не пропустил. Экономический интерес – это объективная категория, вот она подчеркивает, что объективная – это не то, что вот в голове, а то, что в жизни, да? Бытия, отвечающая на вопрос о том, что субъектам выгодно или невыгодно, в какой системе производственных отношений, в какой мере. Вот мне, как субъекту, выгодно, чтобы были поля, а вам невыгодно, видимо, я понял. Вы экономите, потому что на бумаге. Ну, понятно, с такой стипендией разве? Тут надо на обрезках писать. Поля – это же такие затраты. Ну, понял. Выгодно можно назвать то, какие действия или изменения ухудшают или улучшают положение субъекта. Экономический интерес представлен в сфере производства, то есть не обязательно в сфере производства. Они же могут изменить мое положение, в том числе и в сфере политики даже. Вот выгодно мне такое правительство или невыгодно? Выгодно, скажем, тем же самым дальнобойщикам, что вот такой ввели эту систему, этот Платон. Сначала разворовывали деньги, которые шли на дороге. Так, теперь на дороге, если вступишь, они могут провалиться, потому что деньги туда не заложены. Ну, деньги, конечно, могут быть в виде щебенки, там, бетона и так далее, асфальта. Но если их было мало, остальные куда-то ушли. И всем же известно, что сплошь и рядом. Вы что, не знаете, что у нас на 2 миллиарда трубы заложены были? Новые трубы. Турецкий поток, что ли, который? А? Турецкий поток, что ли, который зарыли там? Нет, у нас в городе Санкт-Петербурге трубы, которые меняли, вот большие, отопительные, старые положили вместо новых, под видом новых, на 2 миллиарда. Или, скажем, директор ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, липовые сделал браслеты, на этом сэкономил 2 миллиарда рублей и со своим дружком положил их в карман. 2 миллиарда, а не браслеты, а 2 миллиарда. И когда его поймали на этом деле, то, можете, все уголовники всей страны, у них был великий праздник, когда бывший директор ФСИН на этом попался. Что, мы не знаем, что у нас это происходит? И вот тут, знаешь, вот они дороги проваливаются. Что это за дороги такие? Значит, в советское время дороги были рассчитаны на 56 тонн.
Вот если она, так сказать, не на 56 тонн, могли в тюрьму посадить. Если проедет машина, например, 54 тонны, и она и просядет, могут посадить в тюрьму. Кого? С кого деньги будут брать? Ну, с того, кто так дорогу построил. А здесь, в городе, вы не видели, какие вот колеи? Эти колеи никак не укладываются в размеры этих большегрузных автомобилей и так далее. Вот, так что это не только вот сфера, и политических решений тоже, что выгодно, что... Как изменится ваше положение от того или иного решения? Вот от, если изменится решение насчет стипендии, может ваше положение улучшится или ухудшится? Вот, вот вице-премьер Дворкович говорит, что надо убрать стипендию, его пока не поддерживают. Так что изменится. Так. Вот пенсионерам советуют скоро, говорит, давайте, говорит, больше работайте. И также безработица. Негде работать. Безработица. Им говорит, работайте дольше. А почему? Чтобы вам пенсию не платить. Вы, говорит, работайте, вам баллы будем начислять, пока вы не умрете. А когда умрете, баллы вам, если вы все безразличны. Так, ну так, все хорошо. Все хорошо, а подписи нет. А надпись есть. А подпись, вы не умеете ставить подпись? Выработайте себе какую-то подпись, которую не подделать, чтобы я не мог подделать. Вот. Так. Вот еще интересное. Новикова. Кто это Новикова? Вот. Вот она здесь сидит. На левом краю. Коллективный договор. Локальный нормативный акт. Вот попробуй с ней поспорить. Который принимается между работниками. Между работниками как-то уже не звучит. Принимается между работниками. Не звучит. В лице людей, которые выбираются работниками. В лице людей тоже не звучит. Лица людей звучит. По лицу людей ударить нехорошо. В лице людей нехорошо. И работодателями. Но он не между принимается, а он принимается работниками-работодателями. Через своих представителей. Неудачное выражение. То есть мысль вот правильная, а вот неудачно выразишь, уже вот начинают придираться такие, как я. А зачем вам эти придирки? Зачем? В коллективном договоре не может ничего содержаться, что хуже для работников, чем в законе, а лучше может. Вообще это, с одной стороны, мысль правильная, а юридически неправильная. Потому что юристы так тоже пишут, не может. А на самом деле в жизни это может содержаться. Но если оно содержится, не должно содержаться. Или закон запрещает включать то, коллективный договор, то ухудшает положение работников по сравнению с тем, что имеется в законе. А если это включено, то оно не действует. Вот видите, я переформулировал то, что вы сказали, на юридическом языке. Потому что надо это норма юридическая, а это не может. Как же не может быть? Вот вы, говорит, не можете получать такую маленькую зарплату, как 1480 рублей. Как не можете, когда мы получаем? Как же, я же говорю, безобразие же, а вы получаете. Ну. Вы же видите, что это ради стипендии, это издевательство над студентами. При заключении коллективного договора на предприятии ведутся переговоры между представителями сторон. Да. Переговоры должны быть закончены в срок до 3 месяца. И на этот срок для участников переговоров сохраняется место работы. А если до истечения 3 месяца договор заключен не будет, то стороны обязаны подписать договор по согласованным условиям. И вы поэтому ничего не прокомментировали, да? По несогласованности составляется протокол разногласия. Вот представляете, вот меня и вас, да, берем? Вот мы с вами вели переговоры. Я кого буду, в кого играть? В работодателя мне больше подходит. Значит, уважаемая товарищ Новикова, ни одно ваше условие не будет принято, потому что оно разрушительно для нашего предприятия. Вот мы с вами 3 месяца, я каждый день буду к вам приходить, и каждый раз мы садиться будем на переговоры, и каждый раз вам говорят, ни одного не будет принято. Закончилось 3 месяца. Где ваш холл-договор? Не будет договора. Ну а что вы по этому поводу молчите, писать. Как красиво все нарисовали? Чего, конфликты хотите замять или скрыть? Конфликтологи. Конфликтологи должны вскрывать или скрывать? Вскрывать. И второе, обязаны заключать. Договор можно заключать по обязательству? Если у нас договор, третье, кто это, лицо, даже государство, может в это вмешиваться? Нет. Вот вы договорились мне отдать за этот листочек, вот ваш телефон. И кто может вмешаться? Никто не может вмешаться. Вот это вот, и все.
Поэтому даже это вообще противоречит понятию о праве, понятию о договоре. Договор не может включать кого-то, кто к этому... Утверждать, пожалуйста, там, это другой уже вопрос. Так. Ну, у нас есть, это я вам отдаю, Новиков. Подписи нет, анонимка. Она специально не подписывалась. Говорит, пусть критикует, а я скажу, что это не мое. А скажет, а я просто писала, имела в виду, что кто-то другой. Что это и любой же человек может написать Новикова и так далее, правда? Угу. Но тоже не подписывает, смотри. Щукина. Тоже анонимщица. Чего вы не подписываете свой документ? Повторяю, надпись сверху пишется, подпись внизу. Ну, если бы вы не конфликтологи были, я бы так не придирался. Ну, документы. Вы видели документ без подписи? Нет, иногда делают специально без подписи, людям, значит, они все читают, думают, что так и будет, а потом, когда доходит дело до выполнения, говорят, так они не подписан. Это ничего не означает. То есть вы все продумали. То есть вся критика, которую я буду давать, когда я все наведу, вы скажете, так это то, что... Это я же вам дала не подписанное. А что вы бы сначала прочитаете, там же подписи нет, поэтому что вы рассматриваете? Ничего такого я и не думал. Это просто я так набросок сделала. А если бы я захотела вам ее отдавать, я бы подписал, а это вы у меня выкрали. Или кто-то выкрал и мне подсунул. Понятие труд. Если понятие труд, то надо труд ставить кавычки. Если вы так пишете. Или понятие труда в родительном падеже. Правильно? Тогда не надо кавычки. Труд производится человеком, так как сам труд является осознанной деятельностью. Человек – это мыслящий разум, качество в себе. Общественное, трудящееся, говорящее, разумное животное. Если человек разумен, значит, его деятельность должна быть еще иметь и целеполагание. Труд – это сознательная, целесообразная деятельность. Но он, труд, также должен быть полезен обществу, а обществу – люди вместе с их отношениями. Да. Еще труд направлен и на преобразование самого человека. Это очень важно. Например, это проявляется в сфере услуг, где парикмахер преобразовывает человека, делая ему прическу. Я думал, вы имеете в виду и самого парикмахера, и неприличный, вот такой взлохмоченный, такой парикмахер, непричесанный, и сделает прическу, и вы пойдете к такому парикмахеру? Нет. Поэтому он заставляет и самого этого самого. Или, например, вот ваш труд студентов, он заставляет нас, преподавателей, тоже держаться определенного уровня и не опускаться до каких-то там неправильных действий или каких-то вещей. Правда? Так что мысли совершенно правильные. В следующий раз мы продолжим. Ну, во-первых, рассмотрение вот этого. Так, теперь, значит, и будем рассматривать, анализировать ваши документы по коллективному договору.